Вот еще один пример загнивания Запада. Это тележки в магазине, в супермаркете для тех, кому тяжело ходить, или там, ну, пожилых людей, или больных людей. Вот, поскольку супермаркет очень-очень большой, это Walmart, то да, вот стоят такие тележечки, они с электромоторчиком, садишься, кнопочку нажал, поехал. Вот, типа такое, как инвалидная колясочка с тележкой для продуктов, с корзинкой. Вот, чтобы покупатели не мучились, а спокойно могли по всему магазину ходить и выбирать, что им нужно.